Подарок юным спортсменам за Свияжье. Ко дню защиты детей в Ульяновске завершат ремонт 4 новых площадок для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Реконструкция спортивных объектов на территории спорткомплекса «Новое поколение» проходит в рамках программы муниципально-частного партнерства. Баскетбольные кольца, волейбольные сетки, модернизированная система освещения, свежая зелень искусственных газонов. Все это великолепие станет доступным для жителей района уже в эти выходные. Сейчас на площадках завершают последние работы. Рабочие работают ответственно, в срок. Уже практически завершена настил 3 футбольных полей. Остается у нас еще баскетбольная площадка. Вот, но основную массу работ готовы к открытию. Если все нормально, мы держим кулачки, мы надеемся в срок завершить, чтобы праздник у нас состоялся. Спортивный праздник на площадках универсального спортивного комплекса «Новое поколение» состоится в эти выходные 1-2 июня.